Привет, ты на канале AAA, с тобой Рэй, и сегодня мы будем играть в Crossout. Что-то, я смотрю, у меня недостроенный остался, и почему я ничего не слышу, будто бы? Или звук есть? Вроде звук есть, вроде должен быть. Да, есть, все, отлично. Текст. Как бы это все так сделать? Красиво, аккуратно, замечательно, интересно, увлекательно. Да так, чтобы еще все разворачивалось так, как мне надо. Ну, во-первых, придется убрать, скорее всего, весь этот декор, двигать кабину как можно назад больше. И думается мне делать так, как все делают, короче. Типа, здравствуй. Что это, пересечение с столом? До свидания. Ага. Так, знаешь, что мы попробуем сделать? Мы попробуем, короче, сделать вот так, уехать еще больше назад, вот так. Yes, of course, please, вот так вот. Ладно, не настолько назад, хотя, возможно, именно настолько назад, где моя первая лишь. Так, вот здесь. Хочу проверить, как это работает, но я понимаю, что это не работает. Ты здесь не станешь, да? Идеально. Так, а если я тебя чуть-чуточку сдвину вперед, ты станешь здесь колесо? Ну, совсем назад, конечно, бы не хотелось, а. Так, у нас практически перегруз уже, да? И что-то у нас получилось. Почему на одну кнопку работаем? Да не так с тобой. Так, но нас не подкидывает, и это уже радует. Но у нас нет ни абсолютно какой защиты совершенно от слова совсем. Ну, ты, конечно, классно ездишь, так. Подкидывает классно, разворачиваемся мы тоже классно, да. Здорово. Так, знаешь что, ладно, давай, короче, переделаем. А вот как мы переделаем? Переделаем, скорее всего, как-то типа так. Вот так. Ну-ка, а если так? Стой, так можно поменяю? Да, вот так. А допустим, если вот такая вот байда. Слушай, мне кажется, гораздо так эффективнее. Плюс еще прикрыта у меня кабина. Плюс одна сверху пушка. Это же удобно вообще. Единственное, что как бы мне так защитить тогда все. В принципе, ну не знаю даже. Так, ну-ка. Окей, если мы вас, сударь... А, подожди, есть же это. Где у меня тут бамперюга? Бампер. Нужен бампер. Вот этот, да. А его крепить не к чему. Ну, огонь. Ладно, давай так сделаем. Сделаем вот так и вот так, да. В принципе. Было бы неплохо убрать все это назад тогда. Вот на столечко аж, да. Это что у нас, миссия рация? Рация у нас лезет куда-нибудь вот сюда. И технически. Укрепить. А смысл там нет, не к чему касаться. Хотя, подожди-ка, ну-ка. А, у меня единички не осталось. А, нет, осталось. Ну-ка. Здравствуйте. Можно я вас куда-нибудь впихну? Пожалуйста. Спасибо. Нет, не так. Уедь отсюда. Но смысл в этом? Ну ладно, пофиг. Сейчас сильно не будем запариваться по поводу, короче... Ага. Знаешь, что я не учел? То технически надо, верно, было бы сделать вот так. То есть мне нужно просто защитить чем-то пушку. Так, далее. Где мои бамперы внедорожника? Ну, как бы такое себе. А, они еще и прикрывают защиту. Не, давай, короче, знаешь, как сделаем? А, вот так. Нет. Блин, а в теории, конечно, было бы неплохо сделать. Блин, мне нужны... Вот это такие боковины жесткие мне нужны, на самом деле. А что, если мы сделаем вот так? Повернись, пожалуйста, будь добр.
Нет, стой, развернись как не надо. Вот так, да. Вот так, а вас, сударь, мы развернем. И вы не примкнете сюда никак, потому что я вас понял. Хорошо, если мы тебя развернем, прикрутим вот так. Тебя развернем, тоже прикрутим вот так. Нет, это нафиг. Где бампер? В теории тогда и это нафиг. И вот это нафиг. Это чуть-чуть. Сместись, пожалуйста, да. Ну-ка, отлично. Ну то, что неравномерная сборка, вы не переживайте. Ну ты вздумала. Так. Второй где? Так, а, тебя прикрепить тогда нельзя никогда. Блин, скину как-то это... Меня так не устраивает. Ходи-ка, а если мы, короче, до свидания? Чё ж ты такой неудобный, не туда, не сюда? Ладно, давай сделаем так. Уйди, пожалуйста. И пушка пока что уйди. Я понял, что мы ставим тебя сюда, но смотри, что, в чем дело. Блин, ну так неравномерно получится. То есть я просто думал, короче, сделать так. Взять, короче, поворотные. У нас 4 поворотных, да? Блин. Идеально, конечно, было бы переделать кое-что. Суть в том, что, короче, я хочу сделать платформу. И желательно, наверное, на 6 колесах, скорее всего. Пластику сделаем вот так. Уйди, 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 уйди. Так, ага. Вот единственный косяк, куда его одевать. Ну ладно, сейчас, короче, придумаем. Сейчас быстренько что-нибудь мы придумаем. Так, давай пока уберем. Окей, окей, сколько энергии? 11, значит, мне по-любому куда-то надо будет воткнуть эту штуку. И желательно не назад, желательно спереди. Ну, в принципе, ладно, посмотрим, погоняем, попробуем. Так, окей, у нас есть вот эта штука. Еще одну восьмерочку втыкаем. Где, куда, кого? Вот она, отлично. Я сейчас не буду стремиться за красотой, короче, потому что мы стремимся чисто за, как бы это сказать, за мобильностью, что ли. Так, поворотная спереди одно воткнем, не поворотная сзади еще одно. И еще одно нам нужно. Теории, кстати, в принципе, блин, было бы. Но оно так будет цепляться, мне кажется. В любом будет цепляться, я просто на него встану. А иначе оно... Там так сделано, что он занимает и так, и сяк три этих. 3 на 3 вообще ни к чему не пришло к нам. То есть, по-хорошему, его размещать надо так, чтобы оно, типа, выглядывало чуть наверх. Ну... Ну, в принципе, допустим, пускай даже так. Пускай даже так. Здесь мы сделаем, ладно, одну базу такую легкую. Где она? Да, вот такую. И надеюсь, не нацепится последние колеса или нет. Так, хорошо, съезжаем чуть вперед на одно. Отлично, отлично, отлично. Ой, я могу сам вперед ехать. Чё? И они не мешают этим? Не понял. Ну окей, ладно. Так, так, так. И вот так, ну-ка. У нас по передвижению получается. Ну, не так уж мы и быстро разгоняем. А, мешает эта фигня, точно. Так, окей, вас, пожалуйста, сударь, повыше. И... Почему так медленно он на них разгоняется? И подкидывает нас, потому что мы легкие. Ну, очень медленно разгоняется. Так, ладно, хорошо, я тебя понял. А штука у нас тех поворотных. Колесо. А, ну давай поменяем на эти, ладно, давай. Не суть. Так. Одно вот тут. Короче, это тяжелые и неповоротливые, поэтому они нам не пойдут. Так. Так.
Потом колесо малое так. И колесо малое так. Ну-ка. Ну да, гораздо быстрее он стартует. Ну, мы, конечно, совершенно никак не защищены. Причем, если попасть в эту штуку спереди... Мне не нравится, что она спереди, конечно, стоит. Типа, просто если попасть по прям вот этой штуке... А, ну сначала надо умудриться попасть. То меня сразу развалит. И она еще и спереди, что как бы меня не радует. Ну ладно. Короче говоря, потом мы ставим что-нибудь типа вот этой вот авиапанели. Потом мы ставим что-нибудь типа вот этих двух штук. Ну, в принципе, даже так. Вот. Хотя нет, давай не так. Давай вот так. Так, так. Вот так. Так. Где оружейку? Оружейку? Отлично. Здесь, значит, мы ставим, короче... Как раз таки вот так. Спасибо, что... Мне может закрепить. Так, ладно, чем закрыть? Что-то одиночное. Что-то одиночное, чем можно закрыть. Нет, не подходит. Ну, отлично. Это, в принципе, меня устраивает. Увеличим количество хпшечек. Я не знаю, пушки я прикрывать априори вообще не буду. Так, сзади, в принципе, можно задний бампер воткнуть, да? Если бы, конечно. Ага, да, 10 раз. Так. Где у нас там бампер? А что ты не втыкаешься? А. Может, ты бы туда воткнулся, во? Да, что-нибудь типа вот такого. Так, сколько хпшек у тебя? У тебя 300 единиц прочности, у тебя? 53 единицы прочности. Ну, такое себе, да, такое себе. Ну, для прикола это сзади. Как обычно, в нашем стайле. Разверните, пожалуйста, во. Вот так. Ну, что-то угарное собирается, что-то угарненькое. 3. Туда не втыкается. Так, 3. Что-то такое воткнуть, чтобы на троечку. А это не влезет, не? Колеса мешают, чтобы влезло. А ты... А, нифига такая панель, конечно. Ну, в теории, между прочим, если есть вторая, то, в принципе, было бы даже неплохо. И мы развернем тогда эту обратку. Ну-ка. Ну, я бы даже сказал, что очень даже. Очень даже ничегошно. Очень даже вполне мне нравится. Прямо супер, прям идеально, прям вкусно. Так, где красивые тут были эти штучки? Так, да. Это не те? А что, это ты так крепиться хочешь, а так не хочешь? А вас еще вперед нельзя вынести? Ну так, чуть-чуть. А, вы упираетесь в бамперюгу, понятно. Ну окей, ладно. А, вот почему-то это стало нормально. А, эти больше. Не понял, почему ты не становишься? Все же одинаково. Чё за прикол? А, колесо стоит чуть дальше, ясно. Я, блин, уже все разобрал, нормально. Все, отлично. Бампер задний. Ну, 36 единиц прочности, не то чтобы там что-то прям велико играет, но что-нибудь уже неплохо. И крыло. Ну, слушай, вполне себе что-то типа такое, и ничего, и нормально. Давай, можно еще одну. Смотри-ка, и даже перегруза нет. И даже вполне себе. В принципе, конечно, можно было поставить просто их на боковушки. Но нет. Так, окей, все это мы перекрашиваем какой-нибудь бром. Нет, мне не нравится. Песчаная буря, отлично.
Ну и слушай, вполне себе, ну-ка. И едет она даже. И стреляет даже. Почему опять на одну кнопку сборка? Ну-ка, я хочу не на одну кнопку, я хочу на разные. Сейчас мы быстренько со сборкой разберемся. Ну-ка. Ну, конечно, по второй пружке будет прилетать только так сверху, но... А, и все, да, и то есть мне сразу можно пробить туда. Нет, так меня не устраивает. К сожалению, такой перед нас не устраивает. Нас не устраивает такой перед. Надо что-то более бронированное. Вот так. Блин, жалко, что панель... Сколько у нее брони, кстати? 139. А у этого... 53. 108. Ну, в теории все равно вот эта штука гораздо лучше там котируется. Так, ну перевеса нет. Мы, в принципе, можем, типа, даже как-то кабину, типа, что-то... Нет, ничего не можем, да? А, не можем, но... Типа, даже псевдо сделать танковую кабину. Типа, даже кабина как-то чем-то где-то как-то защищена. Ну, слушай, нормально. Я бы даже, если есть возможность, вот сюда бы воткнул бы лезвие вот эти вот, где лезвие. Тут нас совсем перевернуть не могу. Вот, вообще... Просто. И даже красиво почти вышло. Ты посмотри. Надо было, конечно, что-нибудь такое декоративное воткнуть. А можно тебя развернуть, пожалуйста? Ну? А что ты не разворачиваешься? А, типа только так крепится. Угу. Так, ну это понятно. Сколько там 54 единицы нам не подходит. Ну так я закрою этот... Ну, в теории. Если бы знать, что это не будет мешать. И сейчас перегруз будет, да? Да, блин, ну ладно, перегруз нам не катит. Тогда что-нибудь декорное, чисто так для виду. Вот так. Ну, как бы и для виду, и для меньшей хрупкости, я бы так это назвал. Так вот отлично там встало, вообще идеально, вот так вот, да. Ну-ка, окрашиваем последний разочек. Ну, смотри-ка. Вполне себе что-то внятное даже, я бы сказал, получилось. Типа даже и кабина прикрыта. Сзади разве что не прикрыта. Ну, блин, ну что поделаешь. Накидывает в основном спереди, даст сбоку. Ну-ка. Это чудо даже едет. Ну, это теперь похоже на танк. Ну, и типа нормально. Типа даже развернуться могу резко. Ну, разбирается, конечно, на раз. Потестим. Так, что у нас сегодня? Два боя в миссиях выиграть. Окей. Погнали. За металлолом, за проводами. Блин, 4000 вам надо собрать. Ну, поехали за металлолом. Заодно потестим вообще, в принципе, в общем сборку. Посмотрим, что из этого вышло. Каким образом это будет играться? И будет ли это играбельно вообще? Ну, на такую сборку, наверное, спить можно любое оружие, в принципе. И удобно, что они сверху и снизу, в принципе, относительно. Сейчас, в зависимости от того, с какой стороны нас, короче, разрулят, так сразу мы и поймем, где слабое место. В принципе, вообще, сразу быстро проверяется вся тема. Достаточно просто. Так, окей, поехали, посмотрим. Давай, загружай же. Так... Ну, не сказал бы, что я прям самый быстрый. Так, это значит, вот этот бой. Давай накинем. Где они едут? Нет. Нет. Надо больше стрелять, я понял. Ладно, поехали, попробуем, типа, поближе подъехать. Посмотрим, как вообще это будет играться. Нет. Не дотягиваю. Давай чуть выше. Нет. Я просто, короче, во все промахиваюсь. Так что... Угу, 600, нормально. Один удар, и сразу 600. Не, ну прям танк получился. Просто получился тупо танк. Своего не надо вообще-то. Здравствуйте. Мимо. Здравствуйте. Сотка, нормально. Здравствуйте. 400 нормально. Не, ну разбирать, конечно, нам только в радость.
Да, разбирать прям в огонь. Ну слушай, нормально так, в принципе. А, вон кабина сзади. Ну все, вы уже не ездок, сударь. Да почему ты, ну... Ну победа, ну слушай, нет, нормально. Он очень, конечно, медлительный, но это дело... Это проблема колес, на самом-то деле. Ну-ка, и где сводка, где статистика? 2000, неплохо, неплохо. А, ну у него там все. Ну 700, более-менее, давай еще раз съездим. В принципе, один раз выиграли, можно съездить и второй раз. Текс. Очень-очень-очень-очень-очень медленно едет он. Это реально танк просто получился. Мне нужны колеса, нужны быстрые колеса. А почему? В смысле, зентал, он, да. Отлично. Просто если бы он быстрее стартовал, то это было бы гораздо интереснее. Но да, это тупо поворотливый танк вышел. Поворотливый танк с поворотливыми пушками. Еще пристреляться бы ими, научиться. Ну нормально так-то. Достаточно поворотный, он едет. Меня устраивает. Лазус, здравствуйте. С чем вы там ездите? Ну такая же абсолютно сборка. Эй! Ну, короче, поехали в бой. Нормально. Нормально, поехали. Меня больше всего он. Текст, значит. Ну, едем в центр. Деваться некуда. Набирает очень медленно он скорость. Давай пока здесь постоим, типа повстречаем их где-нибудь. У меня рации нет, вот в чем косяк. Надо будет ее куда-то туда воткнуть, если будет место. Но с другой стороны, смотри. А что, я не могу дальше повернуть? Могу. Зато я могу почти любой... Че он сразу вниз поворачивается? Короче, где-то они там едут. Поехали в центр, короче, на самое... Мне не интересно вас особо издали всех отстреливать так-то. Я скажу честно. Так, отлично разобрал. И еще разочек. Да, отлично, накидал. Отлично, раз. Ну слушай, не, нормально играется, нормально, вполне себе. Вполне себе можно жить. Ну, вообще нормально накидывает. Единственное, не было таких резких разворотов. 400. Ну, не, слушай, накидывает. Прям еду и накидываю. Так, наша база не захватывает. Ладно, давай поеду, типа, сделаю бравого парня. Поеду на их базу. Может, там кто стоит? А, мы уже победили. Слушай, ну повезло. Еще и победили сразу. 500 очков мало. Я единственный косяк в том, что из-за того, что я очень долго перезаряжаюсь, я не успеваю, короче, это. Владение пушками, что же типа большой врагов, средками оружием, типа пушки миссиях, деконструктор. Ну понятно, что я отбиваю просто дофига всего. Окей. Ну слушай, в бою, в принципе, нормально она себя показала. Так, дополнительно у нас тут появилась всякая фигня. Ну тупо да, ну танк, похоже, мобильный танк. Мне нужны колеса. Мне нужны хорошие, быстрые колеса. Быстрые, классные колеса. Что там? Темпура, развал. Так, у механиков есть какие-то колеса прикольные? Шиноболон. Нет, ничего интересного нет. А здесь колес нет, да? Окей, у нас... Кто у нас? Скитальцы. Обычное. Можно посмотреть колесо? Какое у вас? Посадочное шасси. Мощность у нас 10%. Масса такая-то. Надо вот это и вот это. И очень дофига всего. Нет, давай, короче, знаешь, чем? Мы будем гоночные колеса пробовать сделать. У них грузоподъемность вообще классная. Поворотные колеса. Да, давай, короче, гоночные колеса. Я хочу гоночные собрать. Значит, нам надо, короче, дофигища просто металлолома и меди. Так, что у нас по заданиям дальше? Скажите мне, пожалуйста. 3 ежедневные выиграть, 3 боя в миссиях. А, еще 3 боя в миссиях. Погнали. Раз пока что сборочка у нас нормально идет, то погнали.
Такс, ну в принципе нормально едет. Не сильно прям, конечно, бронированно получилось. Там отстреливают это крыло моментально, но... Колеса. Все дело в колесах. Я не могу, короче, взять, собрать более что-то тяжелое и юркое, потому что у меня колеса очень легкие. И очень они медленно едут. Еще надо было хотя бы фонарики с собой взять, чтобы больше репутации собирать. Так, ну давай там типа как-нибудь выстрел. Да ну туда и проехать. Так, косо, понятно. Есть. Да блинский, ладно, короче, я не могу почему-то издалека пристреляться этой фигней. Да, конечно, да, действительно, давай так сделаем, давай поиграем именно так. И здравствуй. Просто перевернул. А это я не рассчитывал. На это я откровенно не рассчитывал. Ну, на одной кабине остался. Так, ну разбирает меня сначала с бочин. Сначала разбирают меня с бочин. Мы это дело запомним. Эх, скучаю, короче, по этим. По непосредственно рапирам. Рапиры прям удобные были. Пушками накидывать издалека прям вообще никак. Так, у нас осталось двое. Это пушки какие-то, это пулеметы, что ли? А, это типа тоже автопушки. Ну вон, да, издалека раз, 130 не кидал. И даже не выехал никуда. Вон, смотри, вообще. 400 просто взял и накидал. А, у него еще прицел стоит. Блин, прицел вообще удобно. Рядом с обычной кабиной. А что за пушки? Надо посмотреть, что за автопушки такие. Это шторм. Два шторма. Окей. Хорошо, сейчас глянем, что там на шторм нужно. 67, да, приятно, спасибо, но мало. Чакс, раскидывают, значит, у нас достаточно... А что у меня, кстати, по весу? А, ну около предельно, понятно, поэтому я так медленно еду. Так, нет, рынок мне не интересен, мне интересна фракция, снаряжение, производство, синус, шторм. На шторм нужно что? Рапира. И мало того, что рапира, еще нужен защитник. Нет, до шторма мы быстро не дойдем. А прицел где он? Вот это. Воу, неплохо было бы спрятать его. Воу, максимальная скорость кабины, мощность, двигатель. Тут тоже дофига что надо. Ладно, это из синих, а из обычных мы можем сделать вектор пулемет. В принципе, что это за сокол? Выпускать подвижный боевой дрон. Ага, это дрон. На него нужно. У нас все есть, только. Ну понятно. Такс, ладно. Будем исходить из того, что имеем, а имеем мы по факту два малыша. Блин, ну тяжелее колес у меня нет. Они даже сюда не влезут, по-моему, если я сейчас попробую поставить колесо среднее. Ну-ка. Ну а давай поворотное попробуем откнуть, ради интереса просто. Типа, вроде как должно увеличиться же скорость, в общем, возможно. Я буду на это надеяться. Так, в принципе-то я могу прикрутить просто скос авиа. А, нет, не могу. Ну, допустим, даже так. Должно же оно как-то быстрее ехать. Не, быстрее оно не едет. Но выглядит угарно. Хотя до этого выглядело, конечно, лучше. Так. Ну ладно, поедем так, без разницы. Поехали. Не так симпатично, конечно, но зато типа у нас колеса более эффективные сзади, якобы. Что не точно. Блин, как перестреляться-то ими, а? Как бы, вроде как более-менее понятно, насколько выше поднимать, но все равно движение, прицел сбивается или что. Надо посмотреть, где прицел взять вообще.
С собой ничего, да только по времени мы уже немножко проветрились. Ладно, что ж, тогда подписывайтесь, ставь лайк, пиши комментарий, вступай в группу Discord, ВКонтакте, Инстаграме и Телеграме, а бой уже будет в следующем видео. Пока-пока.